Знакомьтесь, это дети. Каждое утро я пытаюсь добудиться их в садик, но у меня получается с трудом. Теперь проблема с пробуждением уйдет на задний план. Сентября в 7 часов будить, бодрить и заряжать позитивом детей и их родителей буду я, Елена Михайлова, и наша команда Липецкого времени в утреннем шоу «Будильник». Не проспите первый эфир.